Любимица известного певца Олега Винника, его супруга и единственная бэк-вокалистка Таюне совсем не часто радует поклонников публикациями на своих страницах в социальных сетях, где за ее жизнью наблюдают более 30 тысяч человек. Женщине 47 лет, но выглядит она очень молодо и красиво. Совсем недавно состоялась премьера ее новой песни под названием «Подруга», которая уже звучит в радиоэфирах. Как признался сам Олег Винник, он вовсе не боится отпустить Таюне. «У меня есть такое чувство, что это может произойти. Таюне мне не чужая. Это человек, который со мной постоянно на сцене. Мы тысячи концертов проехали. Столько всего пережили вместе, вы даже не представляете. Я знаю, что люди ее очень любят. Они поют ее песни вместе с ней. Поэтому я буду делать все, чтобы у нее был свой репертуар, альбом, чтобы она могла зарабатывать на этом себе на хлеб», — рассказал Олег Винник. Дорогие подписчики, а вы как думаете, сможет ли Таюне начать сольную карьеру и также завоевать любовь миллионов своим голосом и талантом? Пишите в комментариях.